Это же Нива. Нива. Боже милости угодно не грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытился на земных Твоих благ, не лишился небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им приди к нам и спаси нас. Аминь. Вот я сейчас вам рассказывал, повторю еще раз, слушайте. Есть такие книги, 12 книг, называется «Жития святых». Дмитрий Ростовский написал. С первого века, как подвязались люди, как верили. И вот за 1 сентября по старому стилю, ну, старый, как говорится, Новый год, Симеон Столпник, ноги поставь вместе. И вот он на столпе подвязался, ну, столб, как башня, как у нас, и он там молился. И он специально убрал крышу, чтобы его дождь мочил, снег. Люди искали трудности. Хотя Господь-то говорил не об этом, но они так понимали. И вот собор собрался, и святые отцы не знают, от Бога это или не от Бога. Запомните, Симеон Столпник, ну по-нашему Симеон. И сказали, вот, если вы скажете слазь, а он скажет, да я что плохого сделал, да что, я тут только молюсь, а тогда стащите его за ноги оттуда. Это не от Бога. Нет кротости, нет смирения. Когда дело ясное, тут не надо, а это непонятное явление было, они сами не знали. И сказали, а если будет слазить, скажет, я подчиняюсь, тогда скажите, молись дальше, это от Бога. Ну и так и случилось, что он сразу согласился слезти, а ему сказали, молись, это от Бога. И вот у нас сейчас сестра Люба, я не хочу ехать, хлеб замешивать, я применяю к этому, вижу, что это не годится, ее забрать немедленно, посадить в машину и увезти. Идем за солодкой, она должна в другой обстановке побыть. Она как машина работает и работает. У ей тоже надо свободу, ей тоже надо, чтобы душа в ней раскрепостилась. Вот женщины иногда ропщут. Я, допустим, сделал печь, она стоит 20 лет. А я, говорит, кормлю каждый день, и нигде ничего нету. А что есть-то? Ничего нет, съели и вынесли. Ничего нигде нету. Так я бы печь-то не делал, если она не кормила. Дальше-то давайте рассуждать. Это необходимо. Мы сейчас поедем, с нами пойдут все. Так, Тимоша, пойдешь. Но ты, Виктор, долго не задерживайся, сажай, и ты нас тогда догонишь. Иди сейчас. Мне как ехать, вы расскажите. Я брал солодку-то здесь, за прудом, туда я не ходил. Вот столбы, видишь столбы, по столбам и ехай. Вот в лес заедешь, как вот здесь, ну и дальше выворачивай, как всегда ездили. А мы пойдем пешком по дороге. Но дело в том, что лопата у тебя. Как нам быть без лопат? Я на велосипеде. Если бы был кто-то шофер, то Виктор на мотоцикле поехал бы. На всякий случай. Ну вот, поедем так. А обратно, когда поедем, мы тогда, ну, может быть, это трудно ему будет. Тимошу и вот Вику заберешь. Тут у нас больше таких-то никого и нету. Это остальные все на ходу. Потому что человек должен двигаться. Даже больной, который бывает поврежденный сильно, он лежа, лежит, какие-то упражнения делает, и в конце концов организм начинает работать. Никогда льготы не ищите никакой. Это к тому, что если обратно пойдем, ну и маленький все-таки усталость какая-то. Все на этом. Вопросы? Нет. Значит, давай сюда. Ходи. Давай. У меня такой вопрос. У вас как стригут ногти? Ножницами или щипчиками? У тебя не надо стричь. Обыкновенными ножницами, которые лежат здесь. Никаких щипчиков. Это выдумка. Я вилкой никогда не пользуюсь. Это лишний инструмент. Да, понятно? У кого не знает, как обстричь ногти, подойдите, я обстригу. Вот у меня, посмотри, какие ногти. Вот нормальные ногти, вот они, постриженные. Я могу узелок развязывать. Что? Ну, любой, покажите, дай-ка посмотрю. Покажите руки вот так. Так. Ногтиеда-то сразу я определю. Ну-ка. Так. Ну, Бог милует, вроде бы нет ногтиеда. Ну-ка, давай сюда руки. Вот ногтиед. Его сразу видать. Они у него вот столько, он половину сгрыз, и они теперь в тело у него впиваются. Нельзя. Ноготь должен выходить за плоть. Вот здесь вот. Должен. Но он тогда нигде, он идет ровно.
Ногти для чего нужны человеку? Ну-ка скажите. Для того, чтобы... Не попадала грязь? Для чего? Для того, чтобы выколупывать что-то. Ну, да. Громче. Для того, чтобы доставать что-то, если, а оно, что доставать, если оно где-то в щели застряло. Ну ладно, еще для чего? Ну давайте определимся, для чего Бог дал ногти? Защита. Ну, вот идет коть, а он знает, для чего когти ему нужны. Чтобы убить. Если дети на хвост наступят, обороняться, мышку захватить, лазить по деревьям. Он знает, а вы ноготь не знаете для чего. Тоже такой. Ну, а вот для чего? Чтобы шалбанщика вот так давать. Бац! Бац! Можно бац. Дальше. Бац. Бац. Второе. Когда вши есть, говорит, как ша под ногтем. Вот так раздавить там, клещука какого-то. Раздавить его где-то. Еще что? Еще? Ну, это понятно. Еще для чего ногти нужны? Видите, не можете уже сказать. Тоже, чтобы обороняться. А ты будешь обороняться? Ну, девушки, когда обороняются же. А вот вообразите, что ногтя нету. Нету. Там кожа одна будет. Там кожа. Ни одного узелка ты не развяжешь, который тот завязан. А это постепенно выхватываешь, и все идет. Занозу вытаскивать. Занозу вытаскивать. Вот что главное. Главное для нас. Заноску раз на когтями, и вот туда выдернул. Или залазить. Ведь мы должны знать. Вот смотрите, как? Волосы растут. Лев, маленько повернись назад, покажи, какие волосы. Посмотри, какие у нее волосы шикарные. Ксения, покажи волосы. Видишь, какие у нас девчата красивые. Ее коса, ее краса. Волосы. А почему волосы на бровях не растут такие длинные? Потому что их щипают. А? Щипывают. Ну это глупости делает. Но почему у тебя волосы растут везде, а брови не растут ни у кого? Потому что так глаза... Глаза не будет видно. Что он создал? Есть брови такие, такие прям густые, как у Леонида Ильича Брежнева было. Красивый мужчина такой. А Златоуст говорит, это вот когда дождь течет и на окно, чтобы не попадало, так и ты когда спотеешь, чтобы это отводит их, чтобы пот не попал в глаза. Пот-то течет, а до суда дошел, а на носу нет, а по носу, ну пусть течет, а в глаза щипит, и она, говорит, как козырек отводит. Вот как. Это Бог так сделал. А сердце наше, сердце как в грудной клетке, сзади эти лопатки, защищены как щитами. Сохранить сердце надо. А почему, говорит, легкие ниже там? А что, когда разволнуется, чтобы сердце легко прыгать было, мягко, как на диване? Это шестое Василия Великого все объясняет. Вы на все должны искать ответ. Так, все. Отдыхайте. Так, не бегать, не бегать после не еды. Не бегать, не бегать. Не бегать. Куда на тур? Дай бой. Дай бой. Дай бой. Можно в келью, я там кепку забыл. Пошел. Вот этот, голову в следующий раз забывай. Ну, голову, удары я побегал. Можно зайти с вами? Давай.